Федор Федорович! Смотри, сколько гостей к тебе! Пожаловала. Цветы принесли. Монеты. Банки пустые. Подарки. Да, не круглая дата. Доброй ночи, Николай Платонович. Что пишут? Крым наш, Трамп победил, а Горелец, это звучит гордо. А ни у кого из наших дня рождения сегодня нету? Юбилейчик и там какого-нибудь? Не, ни у кого. А все деньги к тебе, я подписал декрет о земле. Нет, это я подписал декрет о земле. Нет, батенька, вы что-то опять путаете. Это я подписал декрет о земле. А мы в это время где-то в Финляндии бля-бля ждали. Здравствуйте, знакомьтесь, товарищ Ушаков. Мое почтение, Владимир Ильич. Мое почтение, товарищ Ленин. Разрешите в эту необыкновенную ночь вьючить вам весьма интересную вещицу. Вот этот кексик. И вот эту светичку. Надо то и птичья. Ага, не погасло. Я и глядя на мне. Милейший, вот вам послан за декрет. О, хлеб. О, земле. О, пенсиях и о земле послан от филологов за декрет от мильных газет. Мужики! Чё, где собрались, а? Поехали в Ямаш! У меня не один! Есть. Магазины есть. В конце концов, красный бег. Я ты! Я ты! Открывай площадку, весь город как на воду, они сами вот устроим, зарядим пушки. Пушкин? Кто сказал Пушкин? Это я, Пушкин. Друзья, досужный час настал. Все тихо, все в покое. Скорей скатерти бокал, сюда вино золотое! Ну? Да не жадничать ты! Александр Сергеевич! Ну, в честь праздничка-то! Ну, на! Подержись! Не забудь, что пишут? Доллар 58, евро 61. А Горелец, это звучит гордо. Денег нет, мы держимся. Меня уже подарок, ну, малая, пошли ко мне. Погляди, не видать там турецкого флота? Нет, не видать. Американского не видать? Да Боже, Боже!
находятся в своей единственной бытие. Единственной и неповторимым образом. Хоть у вас свежим воздухом подышу, а то эта молодежь меня совсем обкурила. Быстрее утвезден будет. Да-да, вот и решили. Как раз
Троллейбус подъехал. Ой, застоялись мы с вами, друзья, застоялись. Спасибо вам за подарок, за поздравление. Расходимся по местам, только